Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на нашем ежемесячном треке вебинаров «Новинки издательства Директ Медиа». Прошу вас традиционно поставить в чат значки, плюсики, если все слышно хорошо. Если нет, тоже, пожалуйста, пользуйтесь чатом, чтобы мы вовремя могли поправить трансляцию. Да, спасибо, спасибо. Очень рада, что всем все хорошо слышно. Итак, новинки издательства Директ Медиа, ноябрь 2019 года. Мы в ноябре хорошо потрудились, и перед вами список дисциплин, специальностей, направлений, по которым были подготовлены книги нашего издательства в ноябре. Не буду зачитывать все, но вы видите, что мы затронули очень разные сферы: физика, зоология, право, история, языкознание. Традиционно в каждом слайде своей презентации я пишу, к каким направлениям, специальностям, дисциплинам относится та или иная книга. Рада буду, если вы делаете параллельно какие-то пометочки для себя о той литературе, которая вас интересует. И, разумеется, в конце вебинара вы сможете себе забрать эту презентацию, возвращаться к ней неоднократно на нашем канале на YouTube и в дальнейшем использовать эту литературу либо в работе в библиотеке, либо в учебном процессе. Все зависит от вашей профессиональной деятельности. Итак, по физике мы подготовили книгу «Вектор в теоретической механике». Это научно-популярная брошюра, расширяет понятие «вектор» применительно к теоретической механике, выводя определение вектора и представляя действие с ним. По зоологии подготовлена книга «Зоологические экскурсии по изучению беспозвоночных животных». Это иллюстрированное учебное пособие, помогает в изучении беспозвоночных животных Кубани, обитающих в водной среде и на суше. Пособие иллюстрированное, иллюстрировано цветными рисунками и рекомендовано преподавателям и бакалаврам естественных специальностей. По направлениям электротехника, теоретические основы электротехники и электроизмерений подготовлена книга «Электрические измерения». Это методическое пособие, содержит учебно-методические указания по работе с электро- и радиоизмерительной аппаратурой для студентов физико-математических специальностей пединститутов. По направлению базы данных подготовлена книга «Работа с базами данных Microsoft SQL Server». Это сценарий практических занятий. В ней описаны технологии работы с популярной системой управления базами данных Microsoft SQL Server. Тут данный сценарий практических занятий, мы это вынесли в заглавие этой книги. Это, собственно, практикум, который активно применяется при учебных занятиях. Подготовлена книга «Алгоритмизация и программирование». Это практикум. Здесь изложены базовые положения теории алгоритмов и основ программирования на языке Паскаль. Тоже содержит практические задания. По направлениям, дисциплинам и специальностям электроснабжения, электроэнергетические системы и сети, электрические машины, подготовлена книга «Распределенная генерация, энергетические роутеры в системах электроснабжения железных дорог». Это монография, посвященная вопросам развития электроэнергетики России, в частности, электроснабжения железнодорожного транспорта и связанных с ним объектов. Подготовлена книга по направлениям экологическая безопасность, военное дело, военная наука, стандартизация и сертификация. Книга называется «Экологическая безопасность вооружения, военной и специальной техники вооруженных сил России».
Это справочник, в котором представлены обобщенные, систематизированные международные и отечественные правовые нормативные документы по обеспечению экологической безопасности вооружений и военной техники вооруженных сил России. Также по направлению строительная механика мы подготовили книгу «Расчет элементов и соединений металлических конструкций машин». Это учебное пособие предназначено для выполнения курсовой работы по дисциплине «Строительная механика и металлические конструкции подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин». Содержит задания и краткие сведения о методах расчета элементов и соединений несущих металлоконструкций подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин. По истории России мы подготовили монографию в двух томах «Российская эмиграция в отечественных диссертационных исследованиях 80-2016 года». В первом томе этой монографии рассказывается о проблемах истории российской эмиграции, комплексно изучены диссертационные исследования. Второй том содержит список источников литературы и статистические таблицы по истории изучения российской эмиграции в диссертационных исследованиях. По направлениям военное дело и военная наука подготовлена книга «Историко-документальная. Крейсер «Варяг. Судьба и легенда». Эту книгу я принесла показать вам. Вот, прекрасно. Она иллюстрированная. Представлена история проектирования, строительства и службы крейсера «Варяг» на основании архивных данных. Книга содержит иллюстрации. Разумеется, они черно-белые, есть и цветные. Замечательное издание. Мы только-только получили ее из типографии и собираемся вводить в контент нашего издательства. Также по истории России мы подготовили две книги «Петр I» и «Иван Грозный». Это автор-историк Сергей Цветков. В книге о Петре I представлен авторский взгляд на личность Петра I и его роль в истории России. В книге «Иван Грозный» представлен авторский взгляд на личность и эпоху правления русского царя Ивана IV Грозного. Я принесла показать вам книгу именно о Иване Грозном. Вот это прекрасное издание. Иллюстраций в нем нет. По крайней мере, мы старались снабдить рисунками черно-белого характера, но не перегружать эту книгу иллюстрационным материалом, потому что это достаточно известная личность, и многое уже было издано, поэтому мы акцентировали внимание именно на содержательном аспекте. По направлению экономика отрасли была издана книга «Приоритетные направления повышения энергетической эффективности экономики России». В этой монографии рассмотрена актуальная для России тема энергоэффективности. По эконометрике издана книга «Основы эконометрики». Это учебно-методическое пособие, в котором дан теоретический и практический материал по основам эконометрики, рассматривающий количественное выражение взаимосвязи экономических явлений и процессов. По экономике, информационным технологиям в экономике мы издали книгу «Цифровизация экономики. Мир, Россия, регионы». Это монография, в которой авторами рассматривается как явление, так и процесс цифровизации экономики. Особое внимание уделено анализу внедрения цифровых технологий в нашей стране, в России. По экономике также была издана книга «Социальная ответственность бизнеса в социально-экономическом развитии территории минерально-ресурсных кластеров». Это монография, в которой рассматриваются теоретические и правовые основы социальной ответственности бизнеса, проблемы антропогенной нагрузки и природоемкости территории.
специфика формирования стратегии бизнеса и государства в сфере повышения уровня социальной ответственности в социально-экономическом развитии территории. Монография представляет интерес для преподавателей и студентов экологических и экономических направлений подготовки бакалавров и магистрантов. По институциональной экономике, истории экономики была издана книга «Сравнительный институциональный анализ хозяйственного переселенческого процесса в Сибирь, советский и дореволюционные периоды». Здесь рассмотрен процесс и дан анализ хозяйственного переселения крестьян в Сибирь в советский период. Книга небольшого объема. По общественному здоровью и здравоохранению. Книги по этим направлениям мы выпускаем довольно редко и считаем большой удачей приобретение вот такого контента. В частности, была издана книга «Медицинская помощь в системе обязательного медицинского страхования». Это монография, в которой отражены отдельные аспекты проблемы развития системы медицинского страхования в Российской Федерации. По управлению человеческими ресурсами была издана книга одноименная «Управление человеческими ресурсами. Учебное пособие». Оно содержит общепринятые в системе профессионального образования курс лекций, практикум, итоговые тесты и задания по дисциплинам управления персоналом и управления человеческими ресурсами. Книга довольно объемная, большого формата, она пользуется спросом. Причем спросом пользуется она не только у студентов вузов, преподавателей, пользующихся электронной библиотечной системой, но и в магазинах, которые неоднократно закупают эти книги для продажи обычным читателям. По основам теории управления менеджменту и стратегическому менеджменту была издана книга «Основы теории управления и организации». Это учебное пособие. В нем представлены темы базового университетского курса менеджмента, содержащего основные положения современной теории и практики управления. Обращаю ваше внимание, что это учебное пособие подходит и для учащихся в среднепрофессиональном звене, для СПО. По методам принятия управленческих решений был издан сборник тестов и практических заданий, это практикум, методы принятия управленческих решений. Практикум дополняет учебно-методический комплекс дисциплины «Методы принятия управленческих решений» по обучению студентов технике и искусству принятия эффективных управленческих решений в различных ситуациях. В ноябре была подготовлена нами серия практикумов по дисциплинам управленческий консалтинг, управление человеческими ресурсами, управление организационной культурой и маркетинг персонала. Практикум по дисциплине управленческий консалтинг – это учебное пособие. Он содержит практические задания, контрольные вопросы, тесты, закрепляет теоретический материал по дисциплине управленческий консалтинг, рассматривающий проблемы эффективного управления современными организациями различных форм собственности. По практикуму дисциплины управления человеческими ресурсами было издано учебное пособие, содержит практические задания, контрольные вопросы и тесты, помогает закрепить теоретический материал по дисциплине управления человеческими ресурсами. Практикум по дисциплине управления организационной культурой – это тоже учебное пособие, содержит практические задания, контрольные вопросы, тесты. Вы видите, схема подготовки вот этих практикумов, она идентична. Здесь также закрепляется теоретический материал по дисциплине управления организационной культурой, рассматривающий проблемы в области управления персоналом и эффективного управления современными организациями. В практикуме по дисциплине маркетинг персонала также содержатся практические задания, контрольные вопросы, тесты и закрепляется теоретический материал по одноименной дисциплине маркетинг персонала.
По направлениям арбитражный процесс, менеджмент и экономика была издана небольшого объема книга «Бизнес-модели в арбитражном управлении». Это практическое пособие, в котором рассматриваются в том числе и на практических примерах проблемы и решения и выходы при арбитражном управлении. По конституционному праву мы издали учебник для вузов. Внушительное издание. Учебник полностью соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению юриспруденция и представляет собой системное изложение материала по конституционному праву России. В этом учебнике актуализированы законы и нормативные акты по состоянию на 2019 год. То есть это актуальнейший учебник по конституционному праву. Он предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей вузов и государственным муниципальным служащим. По трудовому праву мы издали сборник учебно-методических материалов, учебное пособие, трудовое право, одноименное название. Я принесла его вам показать, небольшого объема книга. Для групп специальностей юриспруденция это 400301, для групп специальностей государственное муниципальное управление 380304, также это учебное пособие подходит для групп специальностей управления персоналом 380303. По направлению педагогика образования была издана книга «Физическая культура. Ценности личности». Это учебное пособие. Мы ее анонсировали в наш прошлый вебинар. Книга увидела свет. Более того, она актуализирована 2020 годом. В пособии изложены теоретико-методические основы управления процессами воспитания физической культуры личности. По современному русскому языку была издана книга, это курс лекций «Синтаксис современного русского литературного языка». Курс лекций освещает теоретические проблемы синтаксической теории и прежде всего сложного предложения. Систематизированы знания по теории сложного предложения, обсуждаются проблемы языкознания в этой области. Также по языкознанию и, кроме того, и социолингвистике была издана книга «Функционирование русского языка в трансграничном пространстве Арктики». Это монография, в которой освещены история и современное состояние функционирования русского языка на Кольском севере и в Северной Норвегии. По русской литературе было издано учебное пособие «Судьба и творчество Андрея Платонова». Это второе издание этого учебного пособия, и оно посвящено важнейшим этапам творческого пути Андрея Платонова. По направлению режиссура театрализованных представлений и праздников была издана книга «Улично-площадной театр как культурный феномен». Это учебное пособие по дисциплине режиссура площадного театра. В ней рассматривают, собственно говоря, проблемы изучения одноименного спецкурса режиссура площадного театра. Это еще одна книга автора по сценарному мастерству. По обществознанию и социальной философии была издана книга «Об идеологии кое-что». Это научно-популярное издание. В нем рассматривается значение идеологического аспекта в социальном мире. По направлению конфликтология было издано одноименное учебное пособие «Конфликтология». Я его тоже принесла. Вот, пожалуйста, настоящая книга. И в электронном виде, но и в печатном тоже.
В ней рассматриваются типы, свойства и динамика конфликтов, их профилактика и предупреждение. По психологии была издана книга научно-популярного характера нашего постоянного автора Николая Непомнящего «Люди-феномены, не такие, как все». Это первая книга, логично, что будет еще и вторая. Эта книга рассказывает об уникальности человеческой природы на примере людей-феноменов. По психологии мы выпустили книгу «Психолого-педагогические аспекты социальной адаптации детей и подростков во временном коллективе оздоровительного центра». Это монография, в которой рассматриваются теоретические и методические аспекты воспитания культуры общения детей во временных коллективах детских оздоровительных центров. Также мы в ноябре выпускали не только отраслевую литературу, но и продолжаем пополнять свою коллекцию мемуаров, мемуарной литературы. В частности, мы издали книгу «Темный гений» Всеволод Мейерхольд. Это документально-художественная литература. Я принесла вам ее показать. «Темный гений» – это одна из лучших творческих биографий Всеволода Мейерхольда, талантливого актера, педагога, первого в Советском Союзе режиссера-авангардиста. Внимание в книге акцентируется на событиях и фактах жизненного пути этой выдающейся личности, оказавших наиболее большое влияние на его творчество. Но в целом это рассказ о жизни и смерти человека, сложная душа которого не может быть приговорена или оправдана без суда. В серии «Мемуары замечательных людей» вышла долгожданная книга «Ариадны Эфрон» дочери Марины Цветаевой. Это ее воспоминания. Ариадна Эфрон была переводчиком прозы и поэзии, талантливым художником-графиком, искусствоведом, мемуаристом. Ее трогательные детские дневниковые записи, с которых начинаются воспоминания в этой книге, я ее тоже принесла показать вам, вот прекрасная книга, они рисуют яркий реалистичный портрет Марины Цветаевой, освещают драматические обстоятельства в ее жизни, рассказывают о ее литературном окружении. Автор воссоздает атмосферу безвозвратно ушедшей эпохи. Раздел из записей и писем составлен из дневниковых записей и отрывков из писем к разным лицам, в которых упоминается о Марине Цветаевой. В заключительную часть книги вошла часть переписки «Ариадны Эфрон» с Борисом Пастернаком, где за каждой строкой незримо присутствует образ этой великой поэтессы. В серии «Мемуары замечательных людей» была издана книга «Отречение императора и другие исторические события». Я тоже ее принесла. Объясню, почему. Я принесла много книг из этой серии чуть позже. В эту книгу вошли материалы, рассказывающие о деятельности председателя Третьей Государственной Думы, военного министра Временного правительства Александра Ивановича Гучкова. Из этой же серии мы выпустили книгу, которая представляет большую библиографическую редкость «За кулисами царизма». Это сборник произведений, вот эта книга, она довольно толстая, в ней собрано три произведения. Собственно говоря, может быть, они и не сочетаемы в названии, вы видите, что здесь и мемуары, и геополитика, и тибетская медицина. Это документально-художественная литература, в которую вошли интереснейшие архивные данные, собранные тибетским врачом Петром Бадмаевым. Эта особа была приближенной к императору и царской семье. Он был близок с людьми, которые входили в фавор при дворе, Григорием Распутиным и его протеже иеромонахом Илеодором. Сфера деятельности Бадмаева не ограничивается изготовлением каких-то чудодейственных лекарственных средств, пользовавшихся большим успехом при дворе, и было бы ошибочно думать об этом человеке, что он только лекарь. Здесь собраны ценнейшие архивные материалы.
Всю коллекцию мемуаров замечательных людей мы в ближайшее время будем представлять на выставке Nonfiction в Москве. Она пройдет в Гостином дворе с 5 по 9 декабря. Собрана она была не случайно. Интерес к этой серии настолько велик, что мы попытались максимально собрать ее и представить на этой выставке. Об итогах я надеюсь вам рассказать в конце декабря. Также обращаю ваше внимание, что в ноябре мы подготовили новую серию, начали. Это «История русского искусства». Принесла вам показать книгу довольно большого формата. Вот «История скульптуры». В эту книгу вошел раздел «Скульптура», составленный русским искусствоведом бароном Врангелем. Это было некогда многотомное издание «История русского искусства» под редакцией Гробаря. Барон, считавшийся большим знатоком искусства, со свойственной ему легкостью пера и ясностью изложения материала, раскрывает перед читателем ценнейший художественный архивный материал, отражающий все богатство и величие русской скульптуры. На страницах издания представлена история скульптуры от допетровской эпохи до новейшего времени, включая 18 век и эпоху классицизма. Я могу открыть, показать вам это иллюстрированное издание, вот полностью. Здесь собраны с комментариями все образцы скульптуры, выше названные мной периоды времени. Значение этой работы Врангеля лучше всего оценил русский художник и историк искусства Александр Бенуа, писавший о нем следующее. «Врангель и в прошлом искал разгадку тому, что такое современная Россия. Одно возбуждение его исканий показывает в нем необычайную любовь к родине, и от истинной любви прямая дорога почти всегда приводит к пониманию». Мы эту книгу тоже везем на выставку и будем рады представить нашим читателям вот такое вот издание. Мы будем пополнять эту коллекцию, надеюсь, что я буду вам о ней рассказывать. Вообще это редкость, потому что была издана серия «Пятитомник» в советское время, сейчас его уже, к сожалению, не найти, и мы рады, что возобновляем вот такое направление в своих публикациях. Небольшой анонс на декабрь. Мы планируем выпуск многих книг. Вы видите, что у нас несколько десятков по отраслевой литературе и коллекционные издания. Из отраслевой литературы могу абсолютно точно вам сказать, что мы будем издавать учебное пособие «Античность и русская культура. Классика и модерн». Это учебное пособие для студентов университетов, учащихся колледжей, а также для преподавателей истории мировой культуры и литературы, учителей школ, гимназий. Также планируется издание учебного пособия «Профессиональная этика педагога». В этом учебном пособии будут раскрыты основные теоретические вопросы профессиональной этики и частные вопросы педагогической этики учителя начальной школы. Также мы планируем выпуск монографии «Дискуссионные проблемы теории и истории государства и права». В этой монографии будут рассмотрены отдельные дискуссионные проблемы теории и истории государства и права. Она будет ориентирована на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, всех тех, кто интересуется проблемами теории и истории государства и права. Также планируется к выпуску книга «Отечественная массовая культура XX века». Это учебное пособие, которое посвящено истории массовой культуры в XX веке. Планируется книга по общей риторике, это будет тоже учебное пособие, в котором мы изложим теоретические и практические вопросы курса «Общая риторика». Здесь будут раскрыты критерии и законы риторики, виды, формы и средства общения, основные этапы риторического канона, рассмотрены риторические аспекты публичных выступлений и научной речи. Каждый раздел этого пособия содержит вопросы, задания и риторические задачи для студентов. К
Книга «Основы интеллектуального труда» – это учебное пособие для обучающихся в системе СПО нашего постоянного автора Бориса Манделя. Оно создано для учащихся будущих специалистов среднего звена, пробующих свои силы в различных сферах образования, культуры, социальной работы, экономики, бухгалтерского учета, гостиничного сервиса, туризма, медицины, фармакологии и так далее. Книга «Мотивирующее обучение» тоже планируется к изданию в декабре. Это будут теоретические вопросы и практические рекомендации. В этом учебном пособии предлагается авторское видение блочно-модульного конструирования современного занятия. Также будет выпущено HR-пособие «5 шагов к успеху». Эта книга имеет своей целью показать основные принципы, которые обязательно приведут к успеху в работе. Это научно-популярное издание, которое используется HR-работниками и коучами. Из этого пособия молодые специалисты смогут извлечь для себя очень много полезного и в дальнейшем более глубоко проникнуть в проблему управления персоналом. Также мы планируем к изданию учебное пособие «Психология развития». Оно предназначено для факультативного изучения системы развития персонала организации. Кроме того, будет издана книга «Человек эпохи модерна. Герменевтика субъекта в немецкоязычной культуре 18-20 веков». В рамках теоретической концепции модерна как макроэпохи в ней рассматриваются генезис и становление модернистской субъективности на основании трех антропологических инвариантов – человек метафизический, человек психологический и человек эстетический. В общем, в декабре мы ждем очень много нового. Напоминаю, что новинки, они выходят не в конце месяца в нашем издательстве. Мы пополняем наш контент еженедельно и стараемся выкладывать много нового интересного на наш сайт Direct Media. Здесь есть специальный раздел «Новинки». Приглашаю вас отслеживать наши новинки, и тогда те вебинары, которые я веду, они будут для вас нечто такое связующее все новинки, которые мы выпустили в этом месяце, и будет понятно уже к концу вебинара уже будет понятно, что вам именно нужно из этого. Также мы ведем Instagram-канал. Там тоже мы выкладываем новинки. Более того, там частенько выкладываются новинки, которые касаются наших работ коллекционных. Мы, пополняя мемуары замечательных людей, обязательно выкладываем в наши аккаунты. У нас есть аккаунты и в Фейсбуке, и в ВКонтакте. Приглашаем вас отслеживать наши новинки. И, разумеется, если вас интересует общий список того контента, который у нас есть, с направлениями, дисциплинами, специальностями, краткими аннотациями, объемами, мы можем предоставить прайс-листы нашего издательства. Все контакты я всегда показываю в конце презентации и надеюсь, что вы будете откликаться и запрашивать весь тот объем, который мы рады вам представлять. На этом заканчиваю свой вебинар. Мы отправляемся на выставку Nonfiction. Еще раз вас приглашаю с 5 по 9 декабря в гостиный двор. Мы представим там актуальную литературу, а также все наши коллекции, которые касаются не только мемуаров замечательных людей, но и искусствоведческие. Также будут представлены наши новинки по искусству, которые мы выпустили. Представим нашу новую книгу. Это бестселлер «Почему любовь ранит Евы и Луз». Приглашаю, надеюсь на личную встречу. Рада была вас всех сегодня видеть. Скачивайте презентацию, и я с вами прощаюсь до конца декабря. Спасибо вам большое за то, что сегодня присутствовали на нашем вебинаре.
Если есть вопросы, я готова ответить. Если нет, до встречи.